Друзья, привет! Прошел день, да? Котейки мои. День прошел так же, как и вчера. Ровно кое-где. Понял? Вот такой. Полежи, отдохни. А то устал за целый день. Были какие-то нюансы, ну как обычно, где-то громко за городом. В основном тихо, слава богу. Вот, значит так. Синенькие. Говорят, покажи, как цветут синенькие. Показываю. Вот так они цветут, видите? Вот так вот цветочек. Вот он. Внутри. Если видно, то мне не видно. Вот так. Пообрываем перчики. Мне подсказали. Верхние надо пообрезать. Вернее, нижние пообрывать, а остальные будут такие бомбы. Ну, как в винограде лозу. То же самое, надо оставлять одну штучку, это перчик. На ветке одну штучку. Я жадности оставлял, но нифига и винограда не было. Поэтому надо убирать. Только что, как говорят, локтем перекрестился. Начала печка у меня. Фу, господи, печка. Никак не отойду от нервов. Машинка стиральная. Начала отжимать. И как поперла вода с нее. А я рядом как раз стоял. А там белье сбилось в одну кучу. И получился дисбаланс. Машинка старая, Samsung. Вообще, я не знаю, там 17 лет машинки. Слава богу. Все, я расстроился, капец. Ну, понятное дело, что и руками постирали, никуда не делись. Ну, к хорошему уж привыкаешь. Ой, вытащил ее на улицу, разобрал. Ну, слава богу, руки растут оттуда, откуда надо. Увидел причину, устранил. Просто тупо патрубок заливной слетел. Резиновый патрубок. Слава богу, одел. Только что проверил на отжим. Ого, нифига себе, там огурцу. Проверил, все работает. Завтра еще на улице стирку запущу. Ты маме только что отвезли этих огурцов, и они до сих пор еще есть. Класс. В общем, вот так вот день прошел, как говорят. День прошел ровно. О, где-то что-то летит. Вам, наверное, не слышно, но мне слышно. Абрикосин лежит. Ну-ка, иди сюда. Да тут уже ее кто-то кушал. Ладно, доедайте. В общем, друзья, остаемся на связи. Вот. Спасибо огромное за помощь. За помощь, как не кстати. Вы мне помогли. Я людям помог. Класс. Я уже не дождусь, пока свои уже поспеют. Меня сосед угощает. Ну, он профессионально занимается. Теплица у него такая большая. Отапливаемая. Там столько труда вложила. Он вчера мне подогнал, говорит, помидоры для меня как второй хлеб. Ну да, у него вкусные помидоры, бомба. Все, остаемся на связи. Всем огромное спасибо. Мы уверенно приближаемся к 15 тысячам. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, друзья, надеюсь, страшно ничего не будет. Если, не дай бог, что-то будет меняться ситуация, я вас обязательно поставлю в известность. Всего, друзья, пока.